Всем привет! Я помню, когда еще биткоин раздавали по одному, по три биткоина, просто на обычных кранах, кто знает, там за какие-то там за разгадывание капчи или там просто дарили, как раздавали, потому что он тогда еще ничего не стоил, даже там 10 центов он не стоил. Сейчас, возможно, вы тоже в таком процессе находитесь, и тут надо браться за эти возможности. Потому что, ребята, на самом деле, какие могут еще быть варианты в данный момент? Строить бизнес сейчас вообще не целесообразно в офлайне. Искать себе несколько работ или хорошую работу, когда все больше конкуренция и все меньше тех предприятий, которые не закроются в связи с кризисом. Поэтому те, кто понимает, те, кто, кого уже, так сказать, петух, возможно, или клюнул, или их там в окружении людей клюнуло, так сказать, и они потеряли работу, я думаю, те все понимают, что зарабатывать нужно именно в интернете.